Привет, мы в школу ходили. В школу мы ходили, чтобы нам померили пуговку. Егору делали реакцию манту. А так как школа на карантине, то медсестра пришла проверить. В общем, мы к 9 часам в фойе школы прибегали. Ну что, Егор, тебе сказали, можешь теперь мыться? Да. Ага, он теперь счастливый. А чесать. Ой, и чесать теперь можно. А то он прям не почесать нельзя, не помыться нельзя. В общем, у нас дождь. Смоет всю грязь. Снег под дождем. Всю ночь шел дождь, и, в общем, снег ставил. Вчера еще он был, сегодня уже все. Вот, смотрите, снега нет. Я вчера смотрела, некоторые каналы уже огородные работы у них уже вовсю идут. Кто-то даже уже что-то посадил в теплице. У нас, конечно, до этого еще долго. У нас еще как в том анекдоте. У нас еще черемуха будет цвести. Никто не понимает, зачем мы ее сажаем, но цвести она будет. А когда цветет черемуха, то у нас все время легкий морозец. Что, Егорка? А? Глаза, дождик, вот так. Наша карета. Давай, запрыгивай. В общем, такая погодка.